Большой популярностью у наших и зарубежных читателей пользуется произведение Федора Гладкова, одного из старейших советских писателей. Федор Васильевич работает сейчас над четвертым томом автобиографического повествования. Первые три тома – «Повесть о детстве», «Вольнице», «Лихая година» – уже выдержали много изданий. Это повествование писатель начал 25 лет назад по совету Алексея Максимовича Горького. Накануне второго всесоюзного съезда писателей вот что сказал Федор Васильевич Гладков о задачах советского литератора. Нам, писателям, не надо забывать основного завета нашей классической литературы. В центре нашего творчества должен стоять человек, судьба его, его внутренний мир, его стремления, его чувств, его радость, горе и идеалы его и надежды. Если писатели выполнят этот завет нашей классической литературы, они дадут ряд прекрасных произведений, достойных своего народа.